куда отправляются девчонки. А сейчас на лед выйдет та, кем невозможно не восхищаться. Поклонники фигурного катания справедливо считают их выступление с Сергеем Гриньковым эталоном парного катания. Их программы до сих пор стоят перед нашими глазами. На льду двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Гордеева. Великая. А на эту сцену я хочу позвать Владимира Преснякова. Когда я позвонил Кате, я даже не успел озвучить до конца свое приглашение. Она сразу сказала: «Я буду». Сколько внутреннего света Кате Гордеевой, чистоты и благородства. Их эталонное выступление Сережи Гриньковым всегда будет ориентиром для всех, кто занимается парным катанием. Спасибо тебе, моя дорогая девочка, за то, что ты не потеряла, не растеряла ни капли своего мастерства. За то, что ты умела 20 лет назад, ты сегодня это делаешь. Не сжимайте такую кнопку, Екатерина. Спасибо тебе большое. Я люблю тебя, я люблю твоих детей. Я смотрела, как ты дочку свою в этом году выводила. Национальный чемпионат Америки. Счастливо вам. Вы чудо. Я восхищаюсь вами. И спасибо вам за то, что вы даете такой толчок, в частности, мужчинам. Вот тина.
Спасибо.